Хомячи дождались президента. Президента Федерации велоспорта России, лучшего велогонщика 20 века, олимпийского чемпиона Вячеслава Якимова. Он стал гостем праздника «Велоомск-2017», который собрал 1500 участников. Андрей Блохин продолжит. Вячеслав Якимов с удовольствием делал селфи на фоне людского моря, разлившегося по Соборной площади. За несколько минут до этого он заявил с трибуны. Омск – это город, который надо превращать, наверное, в велосипедную столицу мира. Гость из столицы вместе с губернатором Назаровым и мэром Двораковским принял участие в самом массовом заезде велопраздника. Поехали! Сразу 600 человек отправились в путь на 10 километров. Якимов пояснил, накануне он проинспектировал Омский центр велосипедного спорта. Центр грандиозный, впечатлил меня вот своей инфраструктурой, возможностями. Вот. И, безусловно, это грех вот такой объект оставлять не загруженным. Здесь надо попробовать международные соревнования, потом попробовать Кубки мира и уже после этого рассуждать о том, есть ли возможность или будет ли возможность провести чемпионат мира. Такие планы не могли не обрадовать омскую велосипедную общественность. У Омска есть большие перспективы, тем более есть огромные традиции и спортивных достижений. И вот этот праздник Велоомск, это, мне кажется, уникальный такой праздник для России. То есть не зря же он к нам сегодня сюда приехал. Велоомск-2017 – это 1500 участников и более десятка различных дистанций для людей всех возрастов. По мнению победителя ветеранского заезда, велосипед – это… Самое актуальное и важнейшее изобретение вообще человечества. Потому что, ну, взять, например, страны в Китае, да, где приоритетным вообще просто велосипед, больше на велосипедах, чем на машинах ездить. Так что омичи равняются на Поднебесную, ждут международных стартов, а сам город готовится стать велосипедной столицей мира. Андрей Блохин, Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.